Сегодня ночью бдительная екатеринбурженка баба Саша, живущая или работающая в доме 32 по улице Июльской, смогла предотвратить серьезное преступление, а может, целых два. В половине второго ночи, взглянув по какой-то своей пенсионерской надобности в окно, она заметила отблески огня в гаражном массиве, что расположен напротив 35-й школы. Правда, попытки поделиться своими наблюдениями с милицией не увенчались успехом. Тогда баба Саша вызвала пожарных. А в милицию женщина звонила не напрасно. То, что она видела, не было похоже ни на пожар, ни даже на попытку поджога. Это был настоящий взлом. С целью угона машины. Вот только до своей цели «Лада» 9-й модели преступникам не дали добраться. Спугнули пожарные, приехавшие по вызову бабы Саши. Подобный же случай был здесь какое-то время назад. Но тогда бессонница, к несчастью, никто из соседей не страдал. Таким же почерком сзади вырезали автогеном внутрь. Зашли внутрь, угнали восьмерку новую. Впрочем, на этот раз совсем без ущерба не обошлось. Во-первых, вырез в задней стене, а во-вторых, пожарным, чтобы потушить загоревшиеся от электросварки деревянные стеллажи, пришлось ворота срывать с петель. Но да это не беда. После такого покушения хозяину машины так или иначе пришлось бы думать о новом месте парковки своей девятки.